произведениях сильна тематика неба, и мне так кажется, что сильна тематика неба, и в этом том числе. Вот можете вы объяснить вот такую страсть, что ли, к небу? Вот так много неба в ваших книгах. Может быть, вы когда-нибудь хотели стать космонавтом? Шинкай сан но сакурини ва ано кёко но сора но тема га аримасу, скай но тема га аримасу га, ано тотемо ано коно сакурини мо соу нан десу кередомо, ано сора но бамен га окуте. Ано шинкай доште десу ка? Шинкай сан учу хикоши ни А, соу десу не, боку ано 子供の頃までは小学生ぐらいの頃までは宇宙飛行士になりたいなと素朴に思っていた時期もあります。Да, действительно, когда я учился в младшей школе, я хотел стать космонавтом. Да, その... ありがとうございます。まだもうちょっといい? Я еще хочу ответить, подождите. 理由は僕はその日本のまあ長野というねすごい山の中で育ったんですね。そこがとても空が綺麗な場所だったんです。 Почему я так часто изображаю небо в своих фильмах? Дело в том, что я родился и провел детство в префектуре Нагано. Это горная префектура, и там очень красивое небо. あの、まあ田舎でしたので、特にこう娯楽も遊ぶものもなくて、暇な時間はずっと空を眺めているような子供でした。ですから今でも空が好きで、映像の中でも多く描いているんだと思います。 Я жил в провинции, где не было каких-то развлечений, поэтому в детстве я часто проводил время, смотря на небо. И потом это нашло отражение в моих фильмах. И у нас Галерка хочет тоже вопрос задать. Я бы подошел к микрофонам, ну ладно. Добрый день. Я была еще школьницей, когда посмотрела 5 сантиметров в секунду и была настолько впечатлена вашей работой, что влюбилась в нее. Теперь каждый раз, когда приходит весна, я пересматриваю вашу работу. И, безусловно, хотелось бы узнать, что вдохновило вас заняться анимацией, потому что то, что делаете вы, нигде и никогда мной не было замечено. Безусловно, хотелось бы узнать, что на вас повлияло. あの、私はあの、学校の生徒の時、あの、秒速5センチメートルを見ましたけれども、そしてあの、大変感激しました。その、作品にま惚れてしまったほど、そしてあの、毎年の春頃、あの、この作品を、見直してるんですけれども、本当に今までは、どこにも、見たことのないような作品で、そしてあの、新海さんは、あの、アニメーターに そうですね、まずはその秒速をそんなにね、こう好きになっていただいてありがとうございます。Но прежде всего большое спасибо за то, что вы так любите 5 сантиметров в секунду. アニメーションを作り始めたきっかけは、僕ゲーム会社に就職したことが直接的なきっかけですね。 Как я стал аниматором? В общем-то, поводом для этого послужило то, что я устроился на работу в компанию, которая занималась играми. その子供の頃から何かを作りたいという気持ちはあったんですが、具体的に自分に何ができるのかずっとわからず、まあ大学時代までね、そんな風に来てしまったんですね。 В детстве мне хотелось что-то делать самому, что-то придумывать, но я не знал, чем заняться, и, в общем-то, находился в этом состоянии и в университетские годы. そんな時にそのゲーム会社に就職したことで、その映像制作を仕事として始めたんです。 Когда я поступил на работу в компанию, которая занималась играми, я стал работать в подразделении, которое занималось изобразительным видеорядом. それがまあとても面白いなと、とても面白くて、でその思い切って会社を辞めることにして、まあ自分でね、星の恋という作品を作ったのがアニメーションの監督になったまあきっかけですよね。 И мне стало интересна эта работа, я решил уйти из компании и сделал свое первое произведение, которое называлось «Голос далекой звезды». よくね、じゃあ実写映画でもよかったんじゃないかって言われるんですけれども、ただアニメーションの場合はこう、一人で絵を描けば一応こう完成させることがね、一人でもできるので、自分に向いていたんだと思います。
Меня часто спрашивают, почему я не снимаю художественные фильмы, но анимация – это то, что позволяет делать все самому, одному так, как ты задумал. Спасибо. Спасибо за вопрос.